Здравствуйте, дорогие ребята! К нам идет год быка. И сегодня я предлагаю сделать не просто красивую, но еще и очень полезную вещь – карандашницу. Выглядеть она будет вот так. И пусть она станет новогодним украшением вашего рабочего стола. Сегодня нам понадобятся втулки от туалетной бумаги, цветной картон, цветная бумага, ножницы, карандаш, клей-карандаш, фломастеры. В том случае, если втулок для нашей карандашницы не хватает, можем взять любой картон и сделать недостающие детали. Для этого необходимо просто отмерить нужную высоту втулки, свернуть лист картона в трубочку и хорошенько его склеить. А для большей надежности можно скрепить швы степлером. Можем приступать к декорированию нашей карандашницы. Возьмем белую бумагу и обклеим ей все втулки. Копытца нет необходимости обклеивать полностью. Достаточно разделить лист на 4 равные полоски, разрезать и приклеить их к заготовкам. Далее возьмем черную бумагу, вырежем 4 одинаковые полоски и приклеим их внизу заготовок. Теперь также белым листом бумаги обклеим втулку туловище. Итак, из черного картона вырежем рожки и ушки для нашего бычка. А теперь из черной бумаги нарежем ему пятнышки. Ну что ж, по-моему, получилось просто замечательно. Теперь приступим к сбору мордочки. Из белой плотной бумаги вырежем большой круг – голову, а из листа нежно-розовой бумаги – нос. Далее из черной бумаги вырежем бровки, глазки и ноздри для бычка. Когда все детали готовы, их необходимо приклеить к голове и нарисовать бычку улыбку фломастером. Осталось собрать нашего милого бычка. Голову мы приклеим, а копытца прикрепим степлером. Так быстрее и надежнее.
Что ж, осталось посадить бычка на травку, которую мы вырежем из зеленого картона. Промажем клеем все торцы втулок и поставим бычка приклеиваться. Вот такая веселая и забавная карандашница у нас получилась. Очень надеюсь, что вам понравилось. Ну а нам пора прощаться. Всего вам доброго. Берегите себя.